Так, всем привет, дорогие зрители, на связи Point Blank TV, меня зовут Дамир. Собственно, мы смотрим сегодня форумный турнир, с которого у нас проходит с 3 по 7 октября, и я не успею, наверное, некоторые части момента этого турнира откомментировать, например, 5 или еще какого-то дня, но на финал я обязательно приду и на полуфинал. Так, что у меня тут не работает? Плюсы. Глючит у меня все. Подглючит у меня под вечер интернет, и я не знаю. Дропа вроде нету. Нету дропа, все отлично должно показывать. И нас играют команды на первом этапе уже. Madhouse против Dezoxer. Вот так вот у нас тимы называются. Кстати, я уже неправильно поставил. Вот, кажется, так вот. И пошли первые фраги. Кейпс минус Гейтс. Тем временем он делает даблкил на винтах и видит на ящичках противника. У нас Кост стоит на двойке. Там же есть противник при фаре. Отлично просто выносит Нэнса. Что-то у меня тонкие ники. Вот, в свину выходит Кейпс. Там же решетка. И стоит, доверяет Мирик. Арамиса. Кейпс минус Дезоксер R3. Вот так вот у нас ники произносятся в этой игре. Ну, Кипс еще сделал даблкил, но все-таки разменялся на семерочке от Дезоксера Кос. Остаются у нас позиции по живым людям на карте. Один против двоих. Кос на пятерке. У нас еще, кстати, еще один человек стримит. Он, видите, на противоположной команде. Вот уже на переходе видит Эмбарго Дея. Д-эмбарко. 9 хп. 9% жизни на счетчике здоровья у этого человечка. И как раз он правильно целится туда, куда ему нужно. 1-0. 1-0 открывает счет команда Madhouse. Оп. И продолжаем смотреть. Продолжаем смотреть. Что ж, если чекнем от третьего лица, ну, у нас скипс на Б, там же Челяп, Гетс. Я не успел прочитать, собственно, все ники сразу, потому что вот не было времени. Что-то у меня глючило, что-то вот такое вот под вечер. И смотрим, первый фраги в этом раунде. Гейтс минус Кипс в двойке поджимает на НЦ, но с хаешки все-таки его выкурили оттуда. Пятеро против двоих. Меньшинство у обороны Коби. Коби 100 хп. В коридоре. Там же его тиммейт Арамис. Мэтт Арамис. Уэйк Коби. Поставили план точки Б. Гейтс у нас в упоре. В упоре справа. Коби выпрыгивает в упор, все-таки пачку дает по противнику. Еще один есть в упоре. Ну-ну-ну-ну-ну. Тем временем Арамис тоже делает свои, так сказать, свои киллы. И выпрыгивает на квадрат. В упоре противник. Дабл килл на ровном месте. Челяп против Арамиса. 16 хп на 46. Минирует себе и выпрыгивает из ящичка в Челяп. И, если правильно читаю его ник, и 1-1. 1-1 у нас по командам. Продолжаем дальше смотреть. Это форумный турнир с 3 по 7 октября. Повторяюсь еще раз, за микрофоном Дамир, собственно, GTS Тони. Вот так вот. Тактика у нас у команды красных. Они решили пройти по ящичкам. Это, кажется, будет точка Б. И выпрыгивает противник. Кипс минус Челяв. В квадрате выпрыгивает Гейтс. Минус по Кипсу, но все-таки Дэм. Эмбарго Д минус Гейтс. На семерке есть противник, все-таки R3. 57% жизни на счетчике здоровья минус Арамис. Трое против троих. 5 хп у Нэнса, слетает в офисе. На воде бегает Мирик, 71 хп. Коз в двойке, ну не знаю, что он хочет здесь делать. Он сейчас, наверное, поставит план точки А. Тем временем на ящичка бегает Эмбарго Д. И нам хочет сзади обойти Коби. В двойке противники видят его, но все-таки не могут жестко покоцать. Еще и в упоре на семерке Д минус Дирижер. О, Дирижер, почему мне так кажется? Это неправильно это прочитал. Мне вот хотелось бы... Дезиксер. Почему-то со стороны мне кажется Дирижер. Ну, извините меня. Эмбарго Д против двоих. 1-2 позиции по живым людям. И 3 хп у Мирика. У него М200 в руках. Поставили плент. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто слетает Мирик. У него 3 хп и без всяких шансов с Аугом. Было большое преимущество у этого человека. На крыше сидит Кос. Тем временем на лестнице у нас бегает Эмбарго Д. О себе дал знать. Понятное дело, сейчас Кос будет просто со спины поджимать. Хае в руки, на плент закидывается, неправильно, кажется, хае было, а нет, это была дымка, и все-таки выпрыгивает на плент, не дает противнику разминировать бомбы и даже ставит пачку по нем. 2-1. 2-1. Продолжаем дальше смотреть, если посмотреть на тактику команды красных дезиксеров, у нас решили пройти под аквариум, под решеточку, и это будет точка... Точка Б, наверное, ну. Видно же, что хотят пройти. Вот, смотрим, Арамис минус R3.
На обороне Кипс, у него 85 хп. Давайте за Кипсом посмотрим, может у него сик-фраги получится. Хо-хо-хо, Мирик минус на Энса. Тем временем Кипс начинает оборонять позиции. И, кажется, не подпускает. Там все задымлено, ничего не видно, если честно. Как он вообще чекает эту позицию? Я здесь ничего не вижу. Ну, смотрим. Кипс минус Чилиап. Тем временем на семерке Коби делает минус по противнику. И смотрим дальше. 2-2. Пока маленькая ничья. Повторяюсь еще раз. Команда Дезоксер против Мэдхаус. Смотрим дальше. Команда обороны начинает поджим. Я вижу, уже Арамис на воде бегает и сделал первый фраг. Минус R13. Ну, ты ник. Дезоксер R3. Счетом 2-5 на последнем месте своей тимы. Ну, понятно. Челяп на аквариуме. 42 хп у него остается на счетчике здоровья и откидывается дымками. Кос минус Нэнса. И Марго Д видит противника двойки. Все-таки Арамис на пятерке минусанул своего оппонента. У него М10 в руках. Мирик на пятерке. Вышел на семерку. Там на переходе с противники, но все-таки быстро добирает Гетс. Коби на переходе. Там же есть противник Челяп. Нет, тут тоже неинтересно. Тут. Вот. Коби видит на семерке противника. Еще с офиса. Мод просто вот в два ствола Коби оформили. Он даже не понял, что слева от него есть противник. Но все-таки 1-3. Кипс против троих. Челяп, Гетс, Мирик. Поставили плент, и нужно что-то делать Кипсу. Ну, все-таки на винтах минусанул Мирик. Мы видим, где он стоит, и все-таки отлично у него это получилось. 3-2. 3-2 в пользу команды Дезоксеров. Дезоксеров. Продолжаем смотреть дальше, что происходит на карте. Коби у нас бегает на верхушке крыши и на точке А. Там на банане бегает, и видим Коби. Ну, он уже должен быть в коридоре. Первый фраг Гетс минус Арамис, Кипс минус Кос. Давайте-ка зачекаем, постараемся зачекать все моменты. Я вот буду на это больше внимания обращать. R3 на воде, тут закинул ХАЕ в офис. Мирикс N200 в руках, видит противника. Ну, тут в дыму попробую увидеть. Четверо против четырех. Кос и Арамис уже слетели. Погибли. Тут у нас тишина, просто засада. Челяп. Ну, это было на крыше. На банане. Просто сидят. Коби, Эмбарго Д на точке Б, Кипс, Нэнс на точке А. Кипс уже в офисе начинает агрессивничать. Челяп на... Ну, тут, я не знаю, не собирается, чтобы просто прорашить переход. Выпрыгивает на переходе также в ЦК Нэнса минус. R3 забегает на винты. Челяп, 80 хп. Начинает ломать стекла, прокидывать. Нет, я не понимаю, зачем он сюда забежал вообще. Гетс минус Кипс. Гетс минус Коби. Даблкил. Вот он уже. Как он это все проворачивает? Смотрите, смотрите просто, Спайдермен. Ой-ой-ой, спалили Спайдермена и все-таки порешали его на карнизе. У окна на точке А. Эмбарго. Эмбарго Д минус Челяп. Один остается Мирик против двоих. М200 в руках. Он около плента на винтах. Ой-ой-ой, не может даже спрыгнуть на вторую лестницу. И это 3-3. 3-3. Смотрим дальше. Повторяюсь еще раз, как вы видите на экранах, команды Дезоксер против Мэдхаус. Первый день формула турнира с 3 по 7 октября. И как раз это самые начальные, самые первые игры, когда проходят на турнирах. Хаешки летят. Вот первый фраг Арамис минус Мирик. Арамис на воде минуснул снайпера. R3 на семерке, его простреливают с винтов противник, но все-таки он не показывается под дымом. Вот, как раз это был Эмбарго Д. Пытается пройти на точку Б. Все смещаются у нас по точке Б. Один Нэнси обороняет и, если что, на хлопу может подойти Арамис. И пошел дальше фраг Эмбарго Д. Его прыгает противник, все-таки Гетс летает от Нэнса. Нэнса в нубке. Не подпускает на точку Б, и оборона просто доминирует на этой карте. Пятеро против двоих. Нэнса видит одного, и как раз второго там попробует убить сейчас. Другие... Медовцы. Как раз он уже и минусанулся. Теперь остается один Челяп. 17 хп против пятерых. Давай-ка покажи нам просто божество скилла.
Минус на переходе, все-таки Кипс минус Челяб. 3-4. В пользу команды Мэдхаус. Смотрим. Кипс уже в двойке. Кипс уже за спиной противников. Но что-то вот как-то поздно. Не знаю, никого уже нет, все на семерке, на аквариуме. Эмбарго дай, опенфраг минус ГС. На воде есть противник, все-таки пачку ставит по снайперу. Кипс на семерке. Спину заходит, пытается спину убить, но все-таки получилось у него отлично это сделать. Но Челяб уже был готов к этому и знал, что там есть противник. Двое против четырех. У нас у обороны большинство по живым людям, но только что слетел Арамис. Что меня подглючивает или... Кажется, я не знаю, Р3 в двойке. 82 хп. Коби на семерке ведь противника начинает ему просаживать. Все-таки через дверь пробивает его присачок. Один против троих. Нэнсен. Р3 минус Коби на пятерке. Вот Р3 бегает на двойке, ведь противника пытается прострелять. Но все-таки у него это не получилось. Не получилось. Смотрим дальше. Коби у нас на переходе, Кипс на офисе. Тем временем Нэнси обороняет точку Б. И мы видим позиции пак. Ну как у нас? Дезоксеры. Дезоксеры. Я не знаю, как правильно ударение ставить. СМ200 Эмирик на семерке. Тут у нас, понятное дело, никого не видно через дым. Ну-ка, как Мирик стреляет СМ200. Вот перед тобой противник же. Р3 быстрее сделал минус, чем его тиммейт. Смотрим дальше. У нас Коби уже видит противника в двойке. Это был Р3. Мирик, куда стреляет Мирик? Я не понимаю. Понятное дело, человек не знает, где находится противник, но все-таки приблизительно он это представляет. И, но все-таки там уже убежал, Ой-ой-ой, добегался у нас Кос, но тем временем Нэнса сливается от Геса. На переходе видит противника. Р3 доверяет Арамиса. Челяб минус Д. Эмбарго. Четверо против одного. Коби, давай. Коби один против четырех. Против Челяба, против Гетца, против Р3 и Мирика. Поставили плент. Это просто называется миссия невыполнима. Из-за таких людей начинают снимать фильмы. Ну, выпрыгивают на противников, и все-таки эта миссия выполнима для его противников. Ну, 4-5. Твой звездный час только что уплыл. Ну да, я, кстати, так внимательно за игрой смотрел, что забыл, что сейчас смена сторон. Я уже сразу нажму кнопку готовности. Тут еще и свап. Свап плеерс. И давайте пройдемся по девайсам. Арамис, нас, Нэнса, Кипс, Декоби. Ну, в общем-то, все с аугами. Пятеро штурмовиков. А, вот у нас Мирик с М200. 69 ус. Он испортил себе побегов с поля боя. 2-2-2-3. Было бы красиво, если бы только все двойки были. За хостом у нас Кос, и еще раз повторяюсь, это формный турнир с 3 по 7 октября. За микрофоном Тони, собственно, меня зовут Дамир, и все доступные ссылки вы можете увидеть на Твиче в панели, там и... Ну, кстати, у меня тут игра, кстати, вылетела, вот это лол. Ну, вот сюрпризы тебе преподносит игра. Вот. Ладно, тогда я уж вот так вот сделаю картинку, чтобы вам удобнее было смотреть хоть на что-то.
куда пошла заставочка? Еще раз всем привет, только что маленькие травмы у меня прошли на стриме, но все-таки я их исправил. Да, у меня немного закрашило, только необычный какой-то краш, там что-то CC+, я, собственно, не прочитывал, не нужно было резко все включить, но мы видим на экране, и продолжение второй половины карты, а Madhouse против до Дезоксира. Почему-то я хочу дирижера их назвать очень сильно, если честно. Ну, смотрим, первый фраг от Мирейка минус Нэнса. Вот он стоит у нас на точке Б, герой М200. Залетает хаешечка приветственная от тиммейтов и даже от противников. Ой-ой-ой, кос, минус кипс. Эмбарго добегает, как у себя дома на переходе, там же его поджимает тиммейт, и Арамис на квадрате просто слетает. Просто сидит и целится. А Мирик у нас заглючил, смотрите. Мирик у нас просто вот... Опаснейшая походочка, задним ходом куда-то уходит, но стоит на месте и лунную походку нам показывает. Это Мирик. Оп. Оп. Лунная походка в приседе. И исчез. Резко показал нам скилл. Только что выпрыгнул эмбарго, да, и... Он прям как... Не знаю, как призрак перед ним исчез. Наверное, будут перезаходить парни. Только что мне писали, что нужно поспокойнее стримить, и что-то там у меня очень жарко, и прямо вылетает игра. И только что у противников Madhouse'ов то же самое случилось. Поставили плент в точке Б, там же зажимается эмбарго, да, и все-таки слетает от коса. Коби на коридоре, один против двоих, выпрыгивает в спину, насаживает этому противнику, это Челяп, 60 хп, выпрыгивает пачку, ставит по противнику косу. Коби с ножом, выманивает Челяба, не дает ему разминировать. Тот просто подходит к бомбе, 39 хп. Тот понимает все отлично и запрыгивает на спину. Просто вот. Надеюсь, я там счетом, кстати, не потерялся. 6-4. 6-4. Я думаю, они будут выходить и ждать. Нет? Да, они будут выходить и ждать своего тиммейта. Что-то у него там накосячило. В общем-то, не у меня одного сегодня такое. Да. Ладно, давайте я прочитаю вам, что ли, как у нас призовой фонд. Призовой фонд за сегодняшний турнир, на сегодняшний я, у нас он 7 октября закончится. Первое место, AUK A3 Black, The Eagle S, боевой мачете, скин Рика и Чел на 30 дней. Дальше все за второе место на 14 дней и за третье место на 7 дней. Формат у нас Best of 1, ну вот финал играют в формате Best of 3. Команда у нас 128, понятно, насколько зареглась вообще по идее. Двадцать шесть команд примерно у нас зарегалось на турнире, и просто в теме все сидят и читают информацию. У нас снайпер вылетел у дезоксеров. Или дезоксеров. В игре летит. Ну что ж. Летит к нам тиммейт дезоксеров, и будем его ждать, этого кемпера, этого лютого убийцу. Остаюсь я, Коби, Арамис. Коз на хосте, что тут пишет? Тут опять крашнулся. Нет, все живы, все подают признаки жизни, и хост вот у нас что-то делает. Что-то у нас в инвентаре лазит. Давайте я уточню хотя бы. А, ну ладно. Уже все начинают. Что я буду спрашивать, когда уже остается одна секунда? 3, 2, 1, и поехали. У нас тут пишут зоопарк. Конечно, зоопарк компьютеров.
Думаешь, если бы так люди вылетали бы из игры? Да? Сидит за компом и сознание теряет. Пацаны, он перезаходит. Таблетки ему дают и продолжает дальше. Уточним. Уточним. Ладно, смотрим на позиции. Решили у нас Мэтхаус и сместиться по точку Б. Там же будет Гетс, Мирик и R3. Оборонить ту позицию. Как раз Гетс стоит у нас на проходике. Ой-ой-ой, в присядку. Гуськом. Гуськом проходят Мэтхаусцы. R3 на винтах. В упоре сейчас будут противники. Залетает хаешечка. Пугивает сразу противника на винтах. Вот как раз от Кипса. Мирик. Вот видит противник Нэнса на винтах. И все-таки два ствола доверяют его. Кипс минус Гетс. Челяп на крыше на банане бегает и проходит на точку Б. Арамис уже сдерживает эту позицию, начинает просто отстреливаться. Поставили плент. Начинается просто истребление обороны. Да, Кипс, Арамис, минус Кос и Челяп. Если я не ошибаюсь, то счет 7-4 в пользу команды Мэтхаус. Ну, смотрим дальше. R3 уже на воде. Видно, что простреливают окна на двойке. Там же Коби. Мирик. Перед ним противник Хае залетает как раз ему под ноги. Смещение под Б. Двое. Мирик. Мирик, Мирик, Мирик. Мирик смещается. На склад откидывается Хае на плент. Ну-ка, давайте отчекнем третьего лица, что тут у нас. Арамис просто поджимает Гетса. Выпрыгивает Гетс. Гетс минус Нэнса. Но все-таки как это было вообще? Стоит Арамис и просто вот этот тиммейт команды синих. Не Арамису пачку дал, а тот, кто стоял сзади. R3 минус Эмбарго Д. Арамис развернулся, сразу понял, что противник на винтах. И начинает его поджимать. Просто кинул ему пачечку. Трое против троих. Позиция по живым людям. Челяп у нас. Ух, вот это просто наглый чек. Прыгает Челяп. Резко-резко, моментально взрывает Кипса. Остается двое против троих. Мы видим Копи уже на винтах. Челяп также сидит на месте. Что мне между ними? Все время клацаю, не знаю. Мирик чекает коридорчик с М200 и подозревает, что там кто-то есть. Ну, как мы видим сами на экране, там никого нету. Кос минус Коби. Рамис, 15 хп. Пачку ставит по Косу, который стоял на переходе. Арамис на козырьке бегает. Ну, что за инфа вообще? Что-то у них там случилось. Ну да ладно. Арамис. Там же Мирик. Нет, Мирик резко. Все-таки выпрыгнул. Вышел, посмотрел, убил. Вот так вот у него девиз со снайперской винтовкой в руках. 7-5. Продолжаем смотреть, Арамис уже нас сломал решеточки. Мы чекнем от третьего лица. Нэнса уже бежит на Гетса. Ну-ка, Нэнса, Нэнса, Нэнса. Вот Нэнса. Тут у нас такой экшен полетел просто, Арамис. Ракета на взлет называется у нас. Кос минус Эмбарго Д. Это двое против четырех. Большинство, но за команда обороны мы видим. Мирик стоит у нас на ящичках. Нэнса уже захватили плент. Со спины, со спины. Давай, с ножичка Нэнса. Ну, Нэнса. Спину Нэнса добирает как раз мгновение назад. Он мог бы его просто спину с М7 сбрить. Ну, это судьба. Непокорная такая вот судьба. На первых местах, смотрите, кстати, а у нас Мэтт Арамис с счетом 4-2. Также его тиммейт Мэтт Кипс 4-2. Все остальные у нас 0-2, 0-0. Это я, да. 0-2, 0-2, 1-2. И вот на первом месте Дезоксер 4-2 как раз и за хостом. Кос. Кос на лестнице А. Или на винтах, можно сказать. Перед ним проходит противник, видит, Нэнса тоже начинает отстреливаться. Там и второй, там уже хаешка полетела. Хаешка не особо сильно помогла. Арамис посмотрел, ушел и что-то непонятно. Мирикс М200 минусует мэр Арамиса. Как раз он добегался у нас на переходе. Нэнса. Нэнса до сих пор сидит и прячется. Его тиммейтов на глазах убивает и все-таки слетает. В своей нубке. R3 сделал даблкил тем временем. Четверо против одного. И меньшинство. Гигантское меньшинство для Кипса. Просто вот тотальное. Гигантское. Большущее, я не знаю. Он один на воде бегает.
гипс на винтах. Тут у нас запрета дверь. Фирма двери. Гипс, вы придете, если начинает рандом стрелять, но все-таки это было правильное решение, потому что он как раз там и стоял. Закидывай за хаешку. Вот это две пачки, просто лол. Гипс, это просто мастер. Хотя, не знаю, там может и рандом пошел, но это вот прям свезло, прям на руку. От третьего лица помогает тиммейт овер 3 чекать позиции как раз. Это то самое решение. То самое нужное решение. 71 хп на 11. R3 просто на одну пульку. И в спину сейчас должен выйти. Прям как чувствует Кипс, прям как чувствует. Челяп. 39 хп. Дымка пошла, ставится плент. Выходит челяп, не дает ставить плент и все-таки добирает этот победный раунд. В копилку команды дезоксеров. 7-7 собрались. Все-таки правильно. Все-таки правильно. У меня лаги, да? Ну, надо будет что-то потом с этим сделать. Кипс на двойке. Как раз в офисе стоит кос. Нет, он как раз вот тут стоит. Не на офисе, на лестнице, на крыше точки А. Прокиды пошли на плент. Если у вас лаги, то... Блин. Я сегодня вообще хотел провести стрим на Good Game, там вообще лагов нет. Но там так сайт лагает. Это просто жесть. Я даже сайт не мог пробить. Это вот кроволодище. R3 как раз на ящичках. Аненса все подозревает. Как раз он не зачекал. Давайте за R3 посмотрим. Ой-ой-ой. R3. Над ним. Как над ним? Под ним. Трое. Один минус есть. Второй как раз и выпрыгивает все-таки. Размены на R3. Мирик минус Нэнса. Трое против троих. 7-7, трое против троих, они просто вот играют на одном и том же уровне. И у меня за окном гоняют профессиональные гонщики. Гес в упор, даже не в упор видит эмбарго, да и он стоит на планете точки Б. Вот 58 хп на 100, все-таки со спины Коби минус Гес. Резко на развороте вот начинает дефить. Коби с хая минус Мирик, добегался Мирик. Двое против одного, кос на переходе, ставится бленд. Полетела хаешка, сейчас может быть слетит эмбарго Д. Нет-нет-нет, ой-ой-ой, полетел щучкой. Щучкой полетел у нас в воду. Эмбарго. Кос. Кос выехал. Кос выехал за противником. Видит его в пиксель. Начинается погоня. Вся та же тактика у Wake Коби. Разводит, разводит кос. Просто не дает выйти. Начинает настреливать. Прям как чувствует. Но все-таки. Это уже третий поход его на плент. Ой-ой-ой, показался, 7 хп осталось. Не дал разминировать, 2 секунды. Отлично, отлично сыграно, Коби. И подорвался просто его противник. Миссия провалена. Пишет Мирик, сколько осталось. Давай я отвечу. Осталось у него 7 хп. 7. 7-8. Начинаются у нас последние раунды. Для команды Мэдхаусов, но, может быть, могут... Отыграют дезоксеры. Отыграются. У нас эмбарго Д просто агрессирует с каждой стеночкой. Не может просто показать свой скилл людям. И стене это можно показать. В пиксель чекает Мирик. Мирик! Мирик! Блин, говорю, Мирик. Слетает от Нэнса, как и кемпер, который чекает в пиксель 7200, получает от Аугера, который также вылез и в пиксель просто насадил. Гет с хаешки залетает на винт. Ой-ой-ой, эмбарго Д, минус кос. R3, ой-ой, на планете, даже не на планете, а на складе получает пачку от Арамиса. Гетс минус Нэнси, но размен на Гетс от Коби. Меньшинство для обороны, конечно же, челяп у нас стоит в офисе против четырех. Поставил пачку по эмбарго. Челяп на винтах. Один против троих. Коридор видит противника, сразу убегает и выпрыгивает на второго. Вот так вот все происходит. Арамис сидел у нас просто в нубке и неожиданно напал на противника. 9-7. Начало миссии. Но все-таки Мэдхаусов остается один раунд, чтобы победить и пройти по сеточке дальше своих противников. Но если сейчас дезоксеры соберутся, то будет допы. Будут допы. Прокиды на
На-на-на. И даже не понимаю, я здесь в этой карте никогда не смотрел на прокиды. Кос. На переход хаешечки. Арамис уже на винтах. Вот у нас Арамис. Убийца. Убийца на втором месте. 6-4. Пиксель Мирик. Не учится у нас. Не учится. Какой тут пиксель даже может быть? Дверной проем просто обороняет. Первый фраг от эмбарго. Минус кос. Вот он стоит на крыше точки А на банане. Тиммейтсы пугает, выпрыгивает на плент и получает пачку от Челяба. Четверо против четырех. Хаешки на коридор. Немного испугался, но все-таки Челяб минус кипс. Трое против четырех. Коби. Челяб в упоре. Нэнса. Минус по Нэнса. Двое против четырех. О-о-о, Арамис минус Гес на воде. Коби! Это что такое вообще было? Ой-ой-ой, просто лол. Корвалол. И последний слетает Арамис. Вот так вот у нас заканчивается счетом. 9-8. Вот этот раунд. Да. Да-да-да. Если будет 9-9... Не 8-8, допу просим, да? 9-9. Ну, смотрим. Мири, Гетс на точке Б. Тем временем у нас команда Мэдхаусов куда решили пройти? Трое у нас на решетке. На двойке Эмбарго Д. Коби стоит на нуле. Что он там собирается чекать? Там же никого нет. Но все-таки Мирик 84 хп. На переходе кто-то его уже успел покоцать. Ой-ой-ой. Мирик. Минус Арамис. Видит кипс противника, который залез на ящик и резко оттуда спустился. Понятное дело. Сейчас... Ножички его расстреляют. Челяб. Там же Коби. Коби перестреливается с Мириком. И сразу ушел. Сразу ушел. Ой-ой-ой, начинается экшен на точке Б. На минус. Минус Гетс выпрыгивает еще на плент. Минус Мирик. Челяб, минус Коби. Трое против троих. Выпрыгивает Р3. Пачки ставит просто по всем. Даблкил. Поставили плент и как раз готовый вот тортик для него. Разминирование. Да. 9-9. Это у нас... Допы. Возвращаемся в комнатку, мы видим, что происходит. У нас происходят допы. Мэдхаус против Дезоксеры. Кстати, мне нужно было сделать свап плеерс. Ну вот так вот. За оборону Мэдхаусов, за атаку Дезоксер. Мы видим, Челяб уже выпрыгивает нам ящички на склад. Там ему хаешка сказали, вот иди отсюда, молодец, что чекнул. Но можешь еще и поцеловать эту хаешечку своим лицом, но он этого не сделал. Видим, Арамис на офисе. Где у нас экшен? А у нас экшен как раз на переходе. Минус R3. Тем временем Коби минус Челяб. Нэнса в нубке. Так. Сидит у нас Кипс.
Трое против пятерых. Что они будут делать? Где слаженность? У нас Гетс один идет на Б. Мирик. Мирик на семерке тоже один. Начинается у нас просто АИМ. А Кипс видит, как проходит у нас на переходе КОС и получает пачку снизу. Как она пуля просто пролетела ему в голову, я не знаю. Нэнса в нубке, видит противник, 11 хп. Все-таки спасает его Коби. Наверное, там просто кричит на всю ТС-ку. Спасибо, чуть не помер. Мирик остается один против пятерых, с М200 в руках. Что он сделает на семерке, я не знаю. Мирик минус эмбарго Д на семерке. Остается четверо против одного. Ой-ой-ой, просто по ногам Нэнса мгновенно взбревает. Мириком. Мириком. Оп, так. Продолжаем дальше смотреть. Давайте посмотрим, как у нас будут располагаться команда Madhouse. Кипс уже в двойке. Давайте Кипс. Вот. Чуть не пропустил. О нем уже знают, закидывается хаешка под ноги. 97 хп им при этом ему оставляет. Что-то прямо его проигнорировали. Кос, там же Коби. Хаешка просто откинула противника. Мирик. А Мирик сидит и чекает, когда выйдет оттуда Кипс. Ой-ой-ой, пиксель не помог. Нэнса минус Гетс. Челяп минус Нэнса. Давайте посмотрим, Коби у нас. Коридорчик, и тем временем Мирик. Отлично, фаст зум по Кипсу. Просто в голову черепушку раскрошил ему. С этой отличной, великолепной кемперки. Не знаю, что-то она мне очень нравится, чем стандартная. Ну, кому как. Трое против троих. Эмбарго Д бегает на переходе. Тем временем Коби делает минус по Мирику. Уже атака в меньшинстве. R3 на семерке. Там же Коби стоит и будет ему делать расстрел. Хотя просто его отпугнул и... И все. Челяп. Там уже на той же позиции. Тишина. Челяп на семерке сидит и просто сидят. Двое против троих. R3. Кстати, что там у нас в офисе делает? Коби на переходе, ведь противника. Немного накоцал его и все-таки отпустил. Нет, Челяп получает пачку от R3 на переходе. Арамис на квадрате видит противника, но все-таки отступает. Хотя у него 15 хп, что его можно бояться-то? Ну ладно. Арамис все-таки доминирует над R3. Один челя против двоих. Арамис и Эмбарго Д. Летят пульки, 10 хп. Все, это уже безнадежно. Смотрим, у нас решили по воде пройти Арамис, Кипс. Там же Кипс уже получает пачку от R3. Я не успел на него навести слишком много здесь. Вот так вот всего. Эмбарго давить противника на двойке. Открытая перестрелка. Все-таки не прячется его противник. И патроны кончаются. Там два противника для эмбарго. Пачку получает Ец. Там еще один сидит. Но все-таки Кос минус эмбарго. Нэнса минус Челяп. Трое против троих. Кос в двойке, минус в ЦК, Арамис. Коби также стоит в офисе и начинает открыто расстреливать противников, но пока нету минусов. Нэнса минус Мирик. R3 минус Нэнса. Коби на семерке. Также будет кос противник. Два даблкилл. Вот так вот все происходит нам в наших глазах. Так, swap players. Просто в одну калитку у нас допа происходит. Счет 12-9, я не стал убирать дальше счет и
9-9, 10-9, итак, дальше. Что ж, продолжаем смотреть за микрофоном Тони, собственно. Меня зовут Дамир, и это форумный турнир с 3 по 7 октября. Смотрим уже на экранах у нас допы, вторая половина допов. Не могут никак решить у нас эти два коллектива команд. Две команды, два коллектива команд. Хаешка летят на переход. Дождал слишком долго кос минус эмбарго. Тем временем он дал хаешку перед смертью. И такое вот самоуничтожение двух игроков. Да даже косо смешно. Просто вот пришли, убили друг друга и ушли. Кипс минус Мирик. Тем временем трое против троих. Кипс на складе. R3 на коридоре. Коби. Коби тем временем просто вот начинает поджимать противника сзади, со спины. Начинает пачку ставить гетс по Коби. А пока что, когда я его отвлекал, Коби, уже его тиммейты подходили по квадрату. Но все-таки неожиданность тут не сработает. Пачка, пачка по гетс. R3 минус Нэнс. Остается один кипс против Челява, против R3. Ой-ой-ой, прилетело кипсом. Прилетело. Продолжаем смотреть. На третьего лица чекаем, смотрим, что происходит на карте. Рамидзе в двойке тем временем. Его все тиммейты проходят по решеточке, по складу и все на точку Б. Все. Просто все. Гетс опен фраг минус Нэнси. Добегался у нас Нэнси. Первый просто начинал инициацию этой перестрелки. А Рамидз минус Гетс и Мирик минус Эмбарго Д. Мирик R3 минус пам. Команде Мэтхаусов. И Дизоксер. Ой-ой-ой. Мирик минус Коби. Просто в упор начал с диглов расстреливать своего противника. Кипс. Кипс в офисе не может в окно пролезть. И это ему очень сильно мешает. Выпрыгивает с винтов R3 и минус дает по кипсу. Смотрим, опен фраг, Арамис только что поставил Мирику пачку по голове. Залетает хае, Арамис, Арамис тоже так же делает, просто как и в прошлых, в одном из прошлых раундов. Просто вот ракета на старт. Гетс минус Коби, Кипс минус Челяб. Трое против троих. В офисе Кос, Нэнса в двойке. Все стекла сломал, но противника не накоцал. А тут его из ЦК просто минусанул Кипс. Кис у нас на винтах. Гетс. Гейтс. Дезоксер Гейтс. Бегает на пятерке. В упоре встречает кипс. И все-таки сливается от R3. Ой-ой-ой. Нэнсен. На изи поймал R3. Ставится плента. Эмбарго. На обороне. Один на один. Пачку ставит Гетс. И все-таки добирает этот раунд команда Дезоксеров. Бомба. Мирик пишет: я вообще ору. Миссия успешна. Начало миссии. И еще одна смена. Да. Па-па-па-па-па.
У нас все в комнате готовы, начинается. Допа, допов, допов. Просто вот жесть. Хоп, swap players. Вы потеете там, пишет у нас Embargo DM. Конечно, просто пятый пот слетает у нас с голов. Open фраг от Embargo минус Gets. Добегался у нас этот тиммейт Кос минус Кипс. Embargo на переходе, чекает двойка, там же Кос. На семерке стоит R3. Ну, я не знаю, просто на расхват у нас Embargo и туда стреляет, и сюда стреляет. Ну, продолжаем смотреть дальше. Embargo, ну, стреляет просто вот в разные стороны. Гуськом. Гуськом, Мирик, минус Нэнс. Это такая тихая перестрелочка была. У нас в районе решетки. Мы видим позиция по живым людям. Трое против троих. Кос в двойке. Ну, все-таки он оттуда не выходил даже. Мирик. Кстати, смотрите, как умер этот человек. Кто-то здесь пробегал, ему пачку такую жесткую кинули в голову, что его голова вот как-то вот здесь торчит. Ладно, тем временем Челя дал минус по противнику стороны команды Мэдхаус и на винтах только что отомстил за своего тиммейта Embargo. The Embargo. Смотрим дальше. На переходе Мирик. М200 в руках. Ну, еще один у нас. Изумительный кадр. Типа сидит где-нибудь за столом и дайте мне, пожалуйста, стакан молока. Ладно, никак не могут найти друг друга. Остается у нас секунд 30, да, минирование. Не понимает кое-что, что под ним противник. И все-таки слева от него тоже есть еще один противник. Кос на шифте. Прям как знал, выпрыгивает, начинает настреливать в прыжке. Это что за перестрелка попрыгунчиков? Тем временем, Д минус Мирик и Кос минус Арамис. И судьба привела их к тому, что у Коса 13 хп и у Embargo Д просто весь фуловый. Просто весь фуловый. Embargo выпрыгивает на противника. Все-таки немного накоцал его Кос, но... Этого не хватило, чтобы убить его. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии. Смотрим дальше. Арамис, Кипс в офисе. Коби тем временем смотрит у нас переход. Нанца и Embargo Д бегают у нас в ЦК и на точке Б. Уже открытые перестрелки пошли от Embargo. Хае залетать под ноги. Но это была просто дымка. Настреливать просто в стенку. Open фраг. Нэнса минус Мирик. Тем временем, что у нас в боке происходит? Ничего. Просто не может пролезть в окно. Арамис. Арамис минус ну, своего противника. Двое против пятерых. Вот эта пачка. Просто пачка по гипсу. Коби минус Челяб. Гец в двойке, один против четырех. В упоре перестрелка жесткая просто происходит. Патрон заканчивается, питон дело. Ой, не может попасть. Быстрее лучше аук перезаряди. А то с питоном ты немного настреляешь. 10 хп выпрыгивает на воду. И на широкую, и на пятерочку. А там Арамис, а там и Нэнса. Выглядывает Гет с ним. Просто промазывает по нем Арамис. И все-таки Нэнса минус. Гетш. Гетш. Дезо. Что там у нас? Дезоксер Гетш. И тут у нас 12. Все, запутался у нас. Ладно, смотрим дальше. Арамис, open фраг, минус R3. Четверо против пятерых, начинают поджимать просто. Смотрите, поджимают со всех сторон. Минус еще один, минус Гетс. Трое против пятерых.
Челяп на решеточке, Нэнси на Б. Все отличненько происходит у обороны. Мирик на семерке его посвящает кемпера, все-таки берет оружие в руки. Ну, порезал, порезал его просто вот на нож посадил. Трое против троих. Против двоих. Челяп минус Нэнси. Рамис минус Челяп, добегался у нас Челяп и на складу. И Кос сидит, и Мирик. Мирик чекает спину. Мирик минус Кипс, остается у нас один Арамис. Это твой звездный час. Давай, пацан. Вперед. Ругается у нас уже Нэнси. Что-то не так делает его команды. Бомба была установлена. Поставили плент. 12-14. Счет. Уже на лесенке. Уже Арамис должен кого-то в спину убить. Давай в спину пачку, но все-таки на развороте. Минус Арамис. Вот это лолипопище. Вот это просто... Я не знаю, когда они уже решат между собой, кто из них круче. Победила синяя команда. Папарапабап. Так, нажимаю 14-13, да? Все правильно. Еще одна смена сторон. Еще одна смена сторон. Да, я понимаю, что у вас Twitch подлагивает, и надо будет что-то с этим делать. Надо. Надо, надо. Тоже люблю как качественно смотреть стримы. И если мне что-то такое происходит, то надо ковыряться в программе. Продолжаем смотреть. Форумный турнир с 3 по 7 октября. Мы смотрим команды Мэдхаусов против Дизоксера. Мы видим, что происходит у нас по позициям Милли, Гетс, опен фраг от Коса минус Кипс. Мы видим, Коби бегает на пятерочке, но на семерке также стоит Нэнси. Там стоит на винтах R3, Челяп стоит у нас на крыше точки А. Гетс на квадрате. Ну, у нас четверо против пятерых. Нэнси на переходе, Кос пытается. Но все-таки минус на нул Коби. В двойке, М200 в руках у Мирика. Ох, еще какая-то шаха проезжает у меня около окна. Все-таки центр города моего маленького. Нэнси в двойке. 89 хп. Дымка пошла в ход. Арамис тем временем минус Гетс. Мирик видит противника в упор, но все-таки СМ-200 не решился его минусануть. От третьего лица. Арамис на пленте. Его видит Пиксель. Ой, тиммейта просто испугался. Да, Нэнси минус Кос. Трое против троих. Челяп. Ну, Челяп у нас на планете. И Эмбарго Д. Эмбарго З даже. 24 хп. Сидят. Все сидят. Смотрите, как шахматы. И один Р3 вместе с Нэнси подают признаки жизни. Ой-ой-ой, Д. Д минус Р3. Бомба была установлена. Поставили плент. Как раз Арамис. Он стоит на квадрате. Мирик. Мирик у нас. Непонятно. Непонятно, что хочет сделать. Вот. Теперь он решился. Вот. Пиксель даже вроде бы попал. Но все-таки. Это был бы минус. Начинает поджимать. Начинает поджимать. Пачки ставит. Мирик. Арамис минус Челяп. Мирик СМ-200 минус Арамис. И остается 1 на 1. 7 секунд взрыва. Нужно разводить. Эмбарго Д. И все-таки Мирик минусанул эмбарго и не смог разминировать. Мне тут вообще-то какой-то труп над головой летает. Ладно, смотрим дальше. Что? Мирик, опен фраг, СМ-200 минус Нэнси. На семерке стоит эмбарго Д. Ч
Четверо против пятерых. Кипс минус Челяп. Четверо против четырех. Челяп и Нэнса уже слетели. Только же, так же Коби минус R3. Ой-ой-ой, вот эта пачка от Гетса. Мерик тем временем с инвести на лесенке. Там же коридорчик и кос. Оборона, в общем-то, у нас склоняется под точку Б. Даже так. На винтах. Эмбарго. Кипс на воде. Ну, тут я не знаю, что он хочет сделать. Оп. Туда или туда идти? Я не знаю даже, куда идти. Все-таки туда. Нет, туда. Как интересно. Картина вот Репина, смотрите. Тот сидит, этот дожидается. Челяп просто комментарий века. А эмбарго у нас понял, прочувствовал всю эту позицию. Кос на крыше. Кос видит эмбарго. 18 хп на одну пульку, на одну пульку. Хай залетает на лестницу. Самоликвидация, дезоксера кос. И тем временем на планете у нас пересходит просто баталии жесткие. Мы видим, мгновенно просто все умирают. Счет при этом становится 16-3. Пользу команды Мэтт Хаусов. Да, вот так вот все отлично у них проходит. 17-15? Да, все-таки я где-то ошибся. Или может он неправильно считал. ГГшка, да. Побеждает команда Мэтт Хаусов. Очень потненькая каточка была для обеих команд. Вот так вот.